Насколько легко достать полную и достоверную информацию о событии или объекте, чтобы впоследствии переработать в новость, которая поступит потребителю, людям? Главный критерий оценки работы пресс-служб. За 3 года, в течение которых такая оценка дается по инициативе «Комсомольской правды», уже проявились определенные закономерности. Силовые структуры, государственные структуры, у них работа со СМИ, работа с обществом, она налажена лучше. А мы, конечно, очень хотим, чтобы у коммерсантов она была налажена не менее хорошо. Победителем не в первый раз стала пресс-служба Управления Следственного комитета по Рязанской области. И здесь, пожалуй, любой из моих коллег подтвердит, что активность Анжелики Евдокимовой, которая лишь недавно сменила должность старшего помощника руководителя по работе со СМИ, которую занимала много лет, действительно заслуживает высшего балла. Наше следственное управление огромное значение придает работе как раз со СМИ. Мы стараемся донести правду, потому что только правда, только искренняя позиция, она дает уважение прежде всего и населению, и журналистского сообщества. Всего 0,02 балла отделили от первого места Лидию Родину, которая представляет пресс-службу Росгвардии. Секрет в том, что я люблю свою работу. Я трудоголик. Поэтому выкладываюсь практически на 100%. Не могу сказать, что на 100, но, наверное, на 98% выкладываюсь. Вот, если выложусь на 100, будет еще лучше. Попробую в следующем году выложиться на 100. Помимо абсолютного первенства, наши коллеги из комсомолки определили и другие номинации. К примеру, активность пресс-службы. И здесь лидером стали специалисты из администрации города. Спасибо, в первую очередь, за такую высокую оценку. Но справляемся, конечно, благодаря нашему замечательному коллективу, нашей сплоченной команде. Нам все помогают, ответы дают быстро. Мы всегда тоже стараемся, в свою очередь, ничего не задерживать и с журналистами общаемся. Максимальный прорыв развития. Кроме таких номинаций, выбрали и победителей по антитенденциям. Хуже всего, по мнению представителей рязанского журналистского сообщества, работают специалисты пресс-службы «Технониколя». А сильнее всего сдали свои позиции за год специалисты «Мармакс». И тем и другим также вручат грамоты лауреатов антитрендовых номинаций. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».